Жители дома номер 8 по улице Маршала Жукова на протяжении многих лет просили управляющую компанию отремонтировать подъезд. Ведь с момента постройки дома, а это было в 60-х годах, ни косметического, ни капитального ремонта жители так и не увидели. И естественно, что за это время подъезд пришел в упадок. Жители своими силами пытались сделать ремонт в подъезде, сами латали дыры, но толку от такого ремонта было мало. Кругом осыпающаяся штукатурка, облупившаяся краска. И на помощь, как всегда, пришел депутат Тульской городской думы Виктор Дзюба. И вот совсем случайно обратились к Дзюбе Виктору Викторовичу, нашему депутату, приемную, и попросили. И вы знаете, свершилась какая-то сказка или чудо. Не прошло и месяца, приходят мальчики с материалами, со всеми инструментами, и за несколько дней сделали ремонт. При этом депутат помог не только с ремонтом подъезда, но и благоустроить придомовую территорию. Что очень приятно, что сделали. Мы благодарны депутату, что он посодействовал нашему самопереживанию. Стоит отметить, что жители дома номер 8 по улице Маршала Жукова не единственные, кому повезло. Так, в доме номер 4, подъезд 2, все по той же улице, также на протяжении длительного времени не могли добиться от жилищников элементарного ремонта. И люди, обойдя все пороги и стуча во все двери, решили обратиться к депутату. Вдруг он сможет чем-то помочь. И не ошиблись. Да, конечно же, когда нам Люба, старшая по нашему дому, объявила, что вот Виктор Викторович хочет сделать вам подарок такой, мы были очень благодарны ему. В итоге за 4 года своего депутатства наличные средства Виктора Дзюбы было отремонтировано 67 подъездов в привокзальном и ленинском районах, в частности в деревнях Федоровка, Олешня и Хрущева.